кровавый счет. Клянусь тебе, сестра, я отомщу за твою смерть. Отныне в этот дом не войдет ни одна невеста. А если и войдет, то ее ждет смерть. С этого дня я поведу кровавый счет. В главных ролях Митхун Чакраборти, Радж Бабар, Пунам Тхилан, Мандакини. В фильме снимались Бинду, Ом Шивпури, Саид Джафри и другие. При специальном участии Гулшана Гровера Джамуны, а также Амриша Пури. Художник Бабу Пхай. Автор сценария Ранвир Пушп, Рани Ахуджа. Оператор Какат Хакур. Композитор Надим Шраван. Продюсер и режиссер Сурендра Мохан. Диванди. Господин министр, Нандуал, господин казначей. Господин доктор, вы все знаете, что единственный наследник нашего рода... Принц Сурдж. А Сурдж означает солнце, ясное солнце на благодатном небе вашей династии, княгиня. Да, он полновластный хозяин этого дворца и его сокровищниц, полный золота, серебра, алмазов и других ценностей и реликвий. Это все так. Но я бы хотела услышать от вас сейчас другое. Где наше солнце и с кем он ушел? Romance, romance, romance.
долго жил на небесах, но не ведал счастья. Хоть витал я в облаках, но пришло ненастье. Закружилась голова в бурном вихре танца. Теперь сошла на землю я, и здесь хочу остаться. Благодаря вашему участию в концерте все посетители клуба надолго запомнят этот вечер. Не будем говорить об этом. Лучше скажите, почему вы так неожиданно вернулись из Лондона? Из-за вас. Была бы моя воля, я бы сам уехал в Лондон, чтобы избавиться от бабушкиных запретов. А вы вернулись сюда зачем? Чтобы быть рядом с вами, чтобы идти туда, куда идете вы. Извините, думаю, ничего не получится. Я возвращаюсь домой. Пока. Пока. Поехали. Отлично. Прит. Я слушаю. Умение поставить на победителя у нас с тобой в крови. О чем ты? Твой брат на скачках точно угадывает лошадь фаворита. А моя сестра из 52 карт безошибочно выбирает козырного туза. Прит, если ты выйдешь замуж за Сураджа, мы с тобой станем обладателями миллионов. Я выйду замуж только за Сураджа, братец. Между нами никто не смеет поставить барьер. А если кто и поставит, я сокрушу и барьер, и того, кто его воздвиг, чего бы мне это ни стоило. Сурадж, роскошь и богатство нашего дворца, бесценность расстеленных повсюду ковров, подтверждает то, что и сегодня слава нашей династии не померкла. И никогда не померкнет, бабушка. Вы напрасно волнуетесь. Тебя никогда не бывает дома. Ты развлекаешься с людьми низкого происхождения. А это та искра, которая может разгореться,
и уничтожить весь дом. Бабушка, честь нашей династии и роскошь и слава веками сияли, как солнце на небе нашего общества. И если на фоне этого солнца Сурдж зажег свечу своей свободы, то что от этого изменится? Сурдж, я решила, что отныне не буду тебя сдерживать, не буду тебя ограничивать. О, бабушка! Я просто свяжу тебя. Как это? Я решила женить тебя на Прит. Ее сводный брат Кулдип Каушал проиграл все на скачках, но их род так же знатен, как и наш. И девушка мне нравится. Завтра же состоится ваша помолвка, а через 10 дней свадьба. Но, бабушка... Милости просим. Проходите, проходите. Как министр этого двора, имею честь приветствовать вас. Проходите, прошу вас. Если такие подарки делаются в день помолвки, то что же они подарят к свадьбе? Это добро, и двумя руками не донесешь. Да, помогите мне, помогите. Несите это осторожно. Осторожно. Поздравляю вас. Поздравляю. Благодарю. Поздравляем. Княгиня! Княгиня! Мы все обыскали, принца нигде нет! Только этого не хватало. Что теперь будем делать? Вот проклятие, из огня да в полыми. Кошмар. Минуту. Что ты смотришь наверх? Кажется, Сатурн изменил свое расположение, но не волнуйся, сейчас надежда на мой палец. На палец? Увидишь, все будет распрекрасно. Проносится мимо, как будто за ними смерть гонится. Твой палец ни на что не способен. Почему? Старики говорят, прямым пальцем не зачерпнуть масло. Надо палец согнуть. Ах так, ты осел, так? Да? Смотри, вон идет автобус. Отлично. Несчастный случай. Его надо срочно доставить в больницу, иначе бедняга скончается прямо тут. Сделайте что-нибудь. Я прошу вас, помогите ему. Давайте отнесем его в автобус. Правильно, отнесем в автобус. Ну что вы стоите, разинув рты? Несите же беднягу. Осторожно, осторожно. Куда вы все пошли? Надо подобрать мотоцикл этого бедняги. Девушки, подойдите сюда, скорее, подойдите. Где же рана? Ее нигде не видно. Непонятно, наверное, у него... Внутреннее повреждение? Да, у него внутреннее повреждение. Где рана? Ну, как я могу при всех сразу сказать, где у него рана? Я... Что это значит? Что значит? Смотрите, как следует. Он ранен вот сюда. Сюда? Прошу вас, держите так свою руку. Чуть пониже. Кажется, у него учащенное сердцебиение. У меня останавливается сердце.
Я умираю. Приложите ухо, чтобы лучше услышать. Вам слышно? Ага. Теперь я испытываю большое облегчение. Если вы так будете держать голову, я быстро поправлюсь. Ах ты! Обманщик! Негодяй! Мерзавец! Я тебя покажу! Я ранен! Вон отсюда! Вон отсюда! Ты тоже вон отсюда! Я тоже? Ты тоже! Остановите автобус! Высадите их! Мерзавцы! Обманщики! Вон отсюда! Браво, друг, браво! Достал масло согнутым пальцем. Поздравляю. Но какая красавица! Если бы в ее сердце для меня нашлось маленькое местечко, я бы ушел из дворца навсегда. Прекрасная мысль. Тебе нравится? Браво, мой принц! Почему так долго готовишься? Я тебе говорю, брось зеркало и выгляни наружу. Возможно, расположение Марса поможет тебе увидеть какую-нибудь девушку. В моем сердце уже сидит заноза. А я мечтаю, чтобы кто-то ранил и мое сердце. О, боже! Ну что, ты уже ранен? Мой отец здесь. Официант, где номер 419? 419? Перед номером 420. 419, 420. Официант, где номер 419? После номера 418. Это был Нандуал. Держите его! Держите! जाना कहाँ है चलो आपके साथ आज शर्म करो बुढ़ापे में लड़कियों को छेड़ते हो क्या कर रहे हो तुम अरे लड़कियों को छेड़ने की आदत है तुम्हें आदत नहीं मुझे छेड़छाड़ की क्या नहीं तो मुझे छोड़ूंगी Дамы и господа, ваш любимый певец, звезда Раджеш, предлагает соревнование. Тот из вас, кто хочет принять его вызов, может подняться на сцену. Это тот самый мошенник. Аре, гуру, тум кя челлендж акцепт кароге? Тум то стеж пе ате и гир паде. अरे गिरा कौन है अजी हमारे हीरो का तो स्टेज पे आने का स्टाइल ही है अभी तो सिर्फ घुटनों के बल गिरे हैं पिछली बार तो सर के बल गिरे थे क्यों और सड़क पे बेचारे मोबो पैसे नाचते ना Вы, наверное, не знаете, что так падает только всадник на поле боя. Браво, браво, дорогой всадник. Это значит, что вы приняли вызов. Конечно, принял. Но при одном условии. Девушка, на которую упадет этот цветок, будет моей партнершей в танце. Это же та из автобуса. Мисс, прошу вас, пройдите на сцену. Нет, нет. Иди же, поставь их на место. Прошу вас, выходите. Иди, давай, давай. Просим, просим.
सबको दिखा दूंगा, सबको दिखा दूंगा। कसम से रंग महफिल का मैं जमा दूंगा, कि मैं भी चीज क्या हूं ये सबको दिखा दूंगा, सबको दिखा Ты бросил вызов, ну держись. Коль вышли мы, посторонись. Смотри, я парень непростой. В делах люблю размах большой. Я знаю, ждет меня успех. Всем нравится мой звонкий смех. Танцую с солнышком вдвоем. Пою в дуэте с соловьем. Будь рядом ты, любовь моя. Всегда чарую и маня. Когда танцуем мы с тобой, вскипает и морской прибой. जब जब, जब, जब मैं नाचूं तो किरने बिखर जा करे, दरिया में सागर में लहरें भी नाचा करे। हाँ, जब जब, जब, जब मैं नाचूं तो नाचे हजारों के दिल। जब जब, जब मैं नाचूं तो नाचे सितारों के दिल।
Хорошо танцевала Анита, правда? А как хорошо танцевал мой друг. Пока. Пока. До скорой встречи. Ну что, нашел себе девушку? Нет, я для тебя стараюсь. В каком смысле? Твою партнершу зовут Ануприя. Она со всеми своими подругами путешествует. Сегодня они здесь, а завтра их ждут лыжные соревнования. Сурадж, ты отлично выступил на этом конкурсе. Ты умеешь похищать сердца публики, а я умею опустошать их карманы. Вот тебе аванс. Какой аванс? Какой? Теперь ты будешь звездой вместо Раджуша. Не стесняйся, бери. Спасибо, сэр, большое спасибо. Нандлал, замолчи, мы не украли, а заработали. Со следующей недели ты будешь героем самого большого шоу в моей жизни. Что за нахальство? Я хочу разглядеть среди линий вашей ладони линию своей любви. Любви? Вы что, с ума сошли? Что за нахальство? Я хочу разглядеть среди линий вашей ладони линию своей любви. Любви? Вы что, с ума сошли? Автограф, пожалуйста. Дайте мне свой автограф. Прошу вас, и мне. Спасибо. Автограф, пожалуйста. Что с вами? Дайте мне, пожалуйста, автограф. Автограф на руке? Я ваша горячая поклонница. Я хочу, чтобы на линии моей судьбы была ваша подпись. Войдите. Я знал, что вы обязательно придете. Вам, наверное, нужен автограф. Нет. Ваш автограф все еще у меня на ладони. Я никогда не смою его. Если это так, то дайте мне тоже автограф. Мой автограф? Я вас люблю. Сегодня я уезжаю в Америку, подписан контракт о моем турне. В Америку? На сколько дней? Всего на 2 месяца. На 2 месяца? О, Боже! Ты будешь меня ждать? До последнего вздоха. Даже если я захочу, я не смогу забыть тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Кто там? Это Раджеш. Раджеш?
Одну минутку. Это вы, Раджеш, звезда? Разрешите войти. Входите. Оставьте дверь, пожалуйста, открытой. Я вас слушаю. Что говорить? Ты ведешь себя так, как будто меня не знаешь. А чего бы вы хотели? Неужели я должна после первой встречи бросаться к вам на шею и танцевать? Что с тобой случилось? Встречу, которая изменила всю мою жизнь, ты называешь первой встречей. Мне кажется, вы заблуждаетесь. Посмотри мне в глаза. Я тот, кто влюбился в тебя и ждал этой встречи. Я понимаю. Слова любви и алкогольное опьянение. Я без ума от тебя. Послушайте, мистер Раджеш. Возможно, вы и звезда. Возможно, вы и артист. Но сейчас вы пьяный. Поэтому прошу вас, уйдите отсюда. Куда же мне идти? Неужели твои чувства остыли? Я не могу тебя оставить. Я не могу тебя забыть. Я не могу без тебя жить. Вы переходите границы. Пока я не позвала администратора, лучше уходите отсюда. Нет. Пока ты не ответишь на мою любовь, я не уйду отсюда. Ты моя. Ты моя, только моя. Убирайтесь вон. Ты подняла на меня руку. Ты пожалеешь об этом. Внимание на старте. Внимание на старте. Прошу всех участников приготовиться. Я никогда в жизни никому не причинил зла. Ничего ни у кого не отнял. А этот тип чуть было не испортил мне карьеру. Теперь он отнял у меня мою любовь. За это я лишу его жизни. 4, 3, 2, 1, пошел! Thank you.
Помогите! Помогите! Я Дегриньон. Если бы не было правды, то, что спасая мою жизнь, вы рисковали своей, то я бы подумала, что это еще один ваш трюк. Мне показалось, что вместе с вами моя жизнь понеслась навстречу смерти. Я спасал не вас. Как это? Я спасал свою жизнь. Чтобы спасти одну из своих жизней, вы рисковали другой? Не надо об этом. Кто думает о другой жизни? Я поклоняюсь первой. Ручейки, мимо я проплыву. Видит взор твой меня, это сон наяву. Как люблю я тебя, но сказать не могу. Когда же мы встретимся снова? Сегодня ночью во сне, завтра днем в мечтах, послезавтра наяву. Как далека эта явь? Ее необходимо приблизить. Завтра воскресенье, мне надо встретиться с братом. Он учится здесь, в школе-интернате. Тогда твоему брату повезло. Вместе со своей сестрой он увидит своего будущего зятя. Ладно, до завтра. Конечно, до завтра. Thank you.
Я узнал, где Сурадж, Прит. Что? Сейчас он в Пахалгауне. Правда, братец? С таким жокеем, как ты, ни одна лошадь не может проиграть. Большой приз достанется нам. Ладно, пора идти. Дорогая тетя, я тебе долго не писала, потому что хотела все обдумать, прежде чем взяться за перо. У меня все в порядке. Надеюсь, ты тоже в добром здравии. Вместе с письмом посылаю фотографию. Внимательно рассмотри ее. Рассмотрела? Ну как? Не знаю, как ты отнесешься к нему, но мне он очень нравится. Даже очень. Я не буду слишком распространяться. Ты поймешь сама. Я хочу выйти за него замуж. А завтра мы с ним вместе пойдем в интернат навещать Джету. Джету! Джету! Сестрица! Почему ты так поздно пришла? Я тебя уже давно жду. Я опоздала из-за него. Конечно. Потому что мы ходили покупать тебе игрушки. А вы кто? Мне стыдно отвечать на этот вопрос. Ты сама ему скажи. Ему стыдно? Почему? Ему стыдно отвечать на этот вопрос. Скажи сам. Ты. 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 Я сам скажу. Он пришел с тобой, принес мне взятку. Это значит, тили-тили-тесто, жених и невеста. Тили-тили-тесто, жених и невеста. Значит, ты согласен? Нет, я не дам разрешения. Почему не дашь? У меня есть условия. Излагай. Тебе придется готовить еду для сестры. Ладно, стану поваром. Тебе придется стирать для сестры. Джиту. Что же мне сказать твоей сестре? Надо, я стану прачкой. А со мной будешь играть в лошадки. Я буду играть с тобой в лошадки. Тогда я согласен на вашу свадьбу. Отлично. А теперь на радость и поцелуй. Меня, меня. Окей. Ладно. Пока. А ну, куда ты ходила? Я навещала своего брата, Джиту. Ты ходила навещать своего брата, а он кого навещал? А он навещал Агу. Значит, он рассмотрел Агу с очень близкого расстояния. Как это рассмотрел с близкого расстояния? Кстати, воля Аллаха, у вас тоже неплохие формы. Если желаете, я могу и вас рассмотреть. Хватит, ведет себя как портной мирового уровня. Уходите, уходите. Слушай, а когда мы снова увидимся? Уходите. Сегодня вы свободны, а вот завтра мы собираемся осмотреть Мукта Махал. Мукта Махал, обязательно посмотрите. Такой дворец вам никогда еще не приходилось видеть. А почему бы нам не взять его с собой? Да, нет, да. Нет, я не смогу пойти. Что так? Может, боишься встретить кого там? Да нет, дело в том, что у меня концерт. Если концерт сорвется, Тхарампал меня убьет. Неужели вы не способны на это, Радиану? Да, Радиану, я готов на все на свете. Я готов отдать свою жизнь, но я не могу пойти в Мукта Махал. Отлично, можешь уходить. Тогда нет, не будем с тобой разговаривать. Не надо так. В таком случае придется пойти. Непременно. Хорошо. Приходите завтра утром в Мукта Махал. А я что-нибудь придумаю с концертом. Мы хотим Сураджа. Дамы и господа, прошу вас, извините нас, пожалуйста. Но сегодня Сурадж не сможет выступить перед вами. Сурадж, Сурадж! Сураджа на сцену! Из-за этого Сураджа я понесу миллионные убытки. Да я его в тюрьму отправлю. Куда его отправлю? В тюрьму. Да-да, в тюрьму. Ты что стоишь, разинув рот, иди ищи его. Стой, 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 стой. Стой. Стой, стой, стой. В чем дело? Кто вы такой? Я дедушка этого непутевого Сураджа. Он не смог сам сюда прийти. Но он пригласил нас сюда. Для чего пригласил? Господи, что мне делать с таким количеством девушек в мои годы?
Он пригласил нас осмотреть Мукта Махал. Мукта Махал? В это время вы не попадете во дворец, потому что бабушка еще спит. Ваша бабушка? Да, моя бабушка. То есть бабушка природа. Бабушка природа? Я хотел сказать, что бабушка природа спит. Мы вот что сделаем. Дворец мы посмотрим потом. А пока я покажу вам дворцовый парк. Пошли. Вот наш дворцовый сад. Вам нравится? Почтеннейший. Кажется, в юности у вас был очень игривый характер. О, прекраснейший. Игривый характер зависит не от возраста, а от души. Если вы в старости в такой форме, то в молодости вы были большим проказником. Проказником, прекраснейшая. Это у нас семейная черта по мужской линии. Вам не стыдно в старости говорить такие слова? Ты старость, прекраснейшая. Даже если мне 88, душа у меня до сих пор, как на Олимпиаде 88. Потрогайте, пожалуйста, мою мускулу. Да что вы делаете? Давайте, давайте. Игривый старикашка. Пошли отсюда. रंगीन नजारों का मौसम कहता है जानम प्यार कर ले बुढ़ापे को छोड़ सुने ना चार कर ले बुढ़ापे को छोड़ तू आके चार कर ले Как дерево, шустро без костылей. Хочешь, спляшем вместе мы, стань же в круг скорей. Дожил я до старости, стал как лунь седой. Поделюсь же радостью, молод я душой. Рад я всякой радости, есть и пить люблю. Без невинной шалости дня не проживу. Пока.
नहीं है, तू क्या मुझे बताती है। अरे कमर मेरी कमजोर है ये कह के मुझे चिढ़ाती है। ये ले फेंका डंडा, अब गाड़ूंगा झंडा। कैसे करता है पुट्ठा कमाल देखो। वन टू, वन टू थ्री फोर। Бабушка. Куда ни взгляни, все принадлежит нашей династии. А теперь ты хочешь нарушить границы наших владений. Сурадж, если я захочу, я наложу на тебя такие запреты, что ты шагу не ступишь за порог дворца. Бабушка, ваш приказ может лишить меня свободы, но не моей любви. Любви? Да, бабушка. Я люблю бедную, но чистую и порядочную девушку. И я хочу жениться на ней. Ты мечтаешь о том, что никогда не может произойти в нашей семье. Бабушка, что плохого в моей любви? Почему вы... В твоей любви нет ничего плохого. Плох твой выбор, Сурадж. Твой выбор настолько ниже тебя, Сурадж, что, поднявшись на эту высоту, ты даже наклонив голову, не сумеешь разглядеть свою любовь. Бабушка, сердце бьется не в стенах дворца, а в теле человека. А где бы ни родилось его тело, во дворце или в хижине, сердце не поддается влиянию золота или серебра. Сурадж, камень, которому мы поклоняемся, становится для нас богом. А тот, которому не поклоняются, валяется на дороге. И все наступают на него. Дело не в камне, а в том, как к нему относиться. Мы говорим о любви, а не о поклонении, бабушка. А любовь живет не в камне, а в сердце человека. Я не могу дать согласие на этот брак. Но почему? Лекин Кью. Почему? 30 лет назад твой отец тоже совершил такую ошибку. Он тайком привел свою возлюбленную в храм, чтобы вступить с ней в брак. सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो सर्वे धन्धान्य सुतान्य च मनुष्य। Пытаюсь. Это вы, отец? В этих краях даже ветер не меняет направления, не спросив у меня разрешения. Как же ты посмел принять такое важное решение против моей воли? Отец, ты должен был жениться на дочери Сукхдев Чанда. Почему ты женишься на этой простолюдинке, не спросив меня? Потому что я знал, что вы никогда не позволите мне. Тогда ты наверняка знаешь, какова расплата за это преступление. Махараджи, разве любовь преступление? Преступление нарушать установленные мною правила. Все, идем со мной. Отец, я сказал, идем со мной. Принц, если тебе дорога жизнь этой девушки, идем со мной. Принц.
Голос этой девушки не должен доноситься до дворца. Твоя мать стала невестой твоего отца и вошла в наш дом. Она была убита. Сразу после твоего рождения. Кто ее убил, неизвестно до сих пор. Поэтому я не хочу, чтобы ты нарушал правила, установленные твоим дедом. Бабушка, в моих жилах тоже течет кровь моего деда. И у меня есть собственные правила. Я не позволю вновь оросить кровью стены этого дворца. Бросив невинную девушку в объятия смерти, дедушка позволил в этом дворце творить беззаконие, но я уверен, что настоящая любовь все-таки непобедима. Я женюсь только на Ану. А если вы не дадите мне своего благословения, я покончу с собой. И вместе со мной умрет и моя Ану. А потом вам придется нести на себе бремя не только семейной чести, но и вины за смерть двух невинных душ. Ты угрожаешь мне? Вы заставляете меня пойти на такую крайность. Если бы мне пришлось выбирать между княгиней и просто бабушкой, я бы своими руками задушила себе княгиню. Приводи свою девушку. Почему ты скрыла от меня правду? Бабушка отправляла меня учиться в Англию. Когда я вернулся, мне стало душно в этом дворце. Поэтому я сбежал. На самом деле я хотел забыть о реальности, а не скрыть ее. Встретив тебя, я забыл обо всем. Старики бывают очень упрямы, но они не лишены доброты. Бабушка дала свое согласие. Правда? Завтра она приглашает тебя прийти во дворец. Ты видишь то, что делается на расстоянии, Прит. Я вижу. То, что вижу, это мое дело. Если ты видишь несметные сокровища, а на них клубок змей, не надо бояться. Это случайная лошадка, а ты у меня фаворит. У тебя все шансы на победу. Братец, жизнь это не ипподром. И мы не беговые лошади. И цель не только выиграть или проиграть. А какая у тебя цель? Захватить его сердце, его дворец, его богатство. Вы отправили меня на поиски Сураджа, а он, оказывается, наследный принц этого княжества. Что? Принц? Да. Он покроет все ваши миллионные убытки в секунду, если захочет. Однако Сурадж сорвал вам концерт не потому, что он принц. А почему? Причина, по которой он не прибыл на концерт, девушка. Она приехала сюда с подругами на пикник и остановилась в отеле Пахангауне. Можешь идти. Любовь, которая началась на моем концерте, оказалась роковой для моего бизнеса. Тадхарампал такого не прощает.
каком номере живет мисс Ануприя? Номер 105. По лестнице на второй этаж. Похищен ваш брат Джиту. Вы не знаете, кто бы мог это сделать? Что? Тетя, разве у нас есть что-нибудь такое, ради чего стоило похищать Джиту? Кто эти люди, тетя? Откуда я знаю, Анита? Они звонили уже 3 раза. И каждый раз спрашивают про Ану. Может, это они опять звонят? Алло? Ану пришла или нет? Она... А кто говорит? Мне надо поговорить с Ану. Она пришла или нет? Пришла или нет? Да, я вас слушаю. Твой брат Джиту у нас. Где он? Можешь поговорить с ним. Сестра! Джиту! Джиту, ты жив? Где ты? Я не знаю, сестрица. Сделай то, что говорят эти дяди. Иначе меня убьют. Слышишь? Нет. Нет, Джиту. Ты не волнуйся. Пока я жива, с тобой ничего не случится. Что хотят эти люди, Джиту? Спаси меня. Слушай, если тебе дорога жизнь твоего брата, то в 7 часов вечера приходи на окраину Тилакбах. Алло. Алло. Что сказали эти негодяи? Я не знаю, тетя. Но я спасу Джиту. Даже ценой своей жизни. Ты пришла. Где мой брат? Ради бога. Отпустите моего брата. Лучше меня убейте, пожалуйста. Ты получишь своего брата тогда, когда мы получим 5 миллионов рупий. 5 миллионов рупий? Можете пытать меня. Только отпустите моего брата. Мы бедные люди. Откуда там взять столько денег? Твой принц даст тебе денег. Нет. Нет. Мы хорошо знаем, что наследный принц княжества Джидах тебя очень любит. Он поклоняется твоей красоте. Он без ума от тебя. Увидев слезы в глазах любимой, влюбленный готов отдать даже жизнь. Деньги это пустяк. Иди, расскажи свою печальную историю принцу и принеси мне 5 миллионов рупий. Куда и когда принести деньги, написано в письме, которое лежит у твоих ног. Принц! Ану, я был у тебя в отеле. Куда и с кем ты ходила в такое позднее время? У меня нет времени отвечать на твои вопросы. Жизнь моего брата в опасности. Мне срочно нужно 5 миллионов рупий. Что случилось с твоим братом? Какие-то бандиты похитили его из интерната. А теперь требуют у меня 5 миллионов рупий. Прошу прощения, ваше высочество. Мне кажется, это вымышленная история. Требовать такую сумму и отдавать такую сумму, это просто безумие. Казначей. Сурадж, ты веришь ее словам? Бабушка, вам, наверное, кажется, что 5 миллионов слишком большая цена за жизнь маленького Джиту. Но мне кажется, что каждая слезинка, пролитая Ану, дороже всех сокровищ этого дворца.
Казначей, принесите сюда деньги. Ваше Величество, такую сумму наличными? Принесите сюда деньги. Да, да. А ну, я пойду вместе с тобой. Посмотрю на этих негодяев. Приходи к старому мосту и принеси 5 миллионов рупий. Если приведешь кого-нибудь с собой, твой джиту распрощается с жизнью. А если придешь без денег, твоему брату все равно крышка. Я заберу джиту и сразу вернусь сюда. Опусти портфель. Где мой брат? Посмотри налево. Сестра! Джиту! Открой портфель. А теперь поставь его и сделай 20 шагов назад. Нет, пока я не получу брата. Я не сойду с этого места. Нам сказано не отдавать тебе брата, пока деньги не будут у нас в руках. Поставь портфель. Нет, отдайте моего брата. Поставь портфель, иначе я буду стрелять. Сестра, беги! Тебе не удастся уйти от нас живой. Прошло много времени. Ей уже пора вернуться. Мне кажется, там случилось какое-то несчастье. Может, поедем туда? Поехали.
Ваше Высочество, вскрытие установило, что смерть наступила от пулевых ранений. Причем выстрел сделан из разных пистолетов. Значит, убийца был не один. Их было несколько. Я отомщу убийцам за их преступление. Ты будешь о ней думать. Что делать, Прит? Это факт, что из тела Ану извлекли 4 пули. Это факт, что я своими руками зажег ее погребальный костер. Но остается фактом и то, что когда костер уже догорел, я видел Ану живой. Тот, кто умер, не может остаться в живых. Возможно, вас подвело зрение. Да, конечно. Но нам надо думать о том, кто был убийцей Ану. Кто бы ни был убийцей, он совершил это преднамеренно. Он легко не дастся в руки. Господин Харампал, это вы? Да, это я. Весть об убийстве разлетелась с быстротой молнии. Как только я услышал, я сразу приехал сюда. Я подумал, что после закрытия клуба мне надо найти себе новое занятие. Может, мне обратиться к принцу, чтобы он взял меня к себе на службу. Прекрасная идея. Спасибо. Да, принц. Я слышал, что в этой драме запутан какой-то ребенок. Да. И до сих пор о нем нет никаких сведений. Хочешь есть? На, поешь. Прежде ты должен сказать, где находится портфель с деньгами. Может, не кормить меня? Ничего мне не надо. Отведите меня к сестре. Мы убили твою сестру. Что? Если ты не скажешь нам, где портфель, мы и тебя тоже убьем. Я умоляю вас, инспектор, найдите нашего Джиту. Не дай бог, чтобы эти негодяи убили его, как убили мою племянницу. Этого не произойдет, потому что преступник находится в полиции. Что? Кстати, мисс Киран, где вы были в то время, когда была убита ваша племянница? Я была дома. Вас не было дома. Я вспомнила. Я пошла искать свою племянницу. Вы нашли ее? Нет. Я узнала обо всем только когда случилось непоправимое. Странно, такое несчастье. А вы не заявили в полицию. Значит, вы что-то скрываете от нас. Вы подозреваете меня, инспектор? Я же ее родная тетя. Я вырастила ее вместо матери. Не волнуйтесь. Хорошо.
Вы можете идти. Как только у нас будут сведения о Джиту, мы сообщим вам. Мисс Кира. Ты? Да. Вы так разволновались, что забыли сумочку. Это ваш револьвер? Да. Я ношу его с собой для самозащиты. У меня есть разрешение. Пожалуйста. Спасибо. Сегодня я была в полиции. Кажется, инспектор Синг меня подозревает. Не надо волноваться. Пройдет какое-то время, и мы отыщем племянника. Подождите. Я выгляну на улицу. Вдруг там кто-то есть? Никого. До встречи. До свидания. Погребальный костер моей возлюбленной. Раджеш, что это за вид? Ты похож на сумасшедшего. Я не похож, я в самом деле сумасшедший. Я сумасшедший. Любовь обманула меня. Время обмануло мои мечты. Судьба обманула мои надежды. Один друг остался у меня. Единственный друг. Посмотри. Вот. Видишь? Хочешь? Возьми. Нет. Тебе я не дам. Ты погубил мою карьеру. Я не дам тебе. Ты погубил мою карьеру. А ее безразличие погубило все остальное, всю мою жизнь. Чье безразличие? Ее. Той, которую я встретил. Но не удержал. Ты тоже ее ищешь, не найдешь. Не найдешь. Перерой весь пепел, все равно не найдешь. Ты ищешь свет от потухшей лампы. Но я не буду его искать. Не буду искать потухшую лампу. Я должен искать тех, которые потушили эту лампу. Они потушили эту лампу, и я буду их искать. Раджеш, Раджеш, ты их знаешь? Да. Да. Я все знаю. Я знал убитую. И я знаю убийц. Я сам их найду. Раджеш. Раджеш. Не стой у меня на дороге. Не стой у меня на дороге. Я сам расплачусь по этому кровавому счету. Я сам расплачусь по этому кровавому счету. Я сам расплачусь. Сам. Брожу я без цели. Нет мне в жизни пристанища. Счастье дни пролетели, словно искры пожарища. Жизнь как путь бесконечный, но не знаю дороги.
Где ты, спутник мой вечный? Как забыть мне тревоги? Нет конца той дороги. Нет конца той дороги. Не понимаю, куда среди ночи отправился этот безумец? Не волнуйтесь, Ваше Величество. Принц должен быть где-нибудь здесь. Там какой-то труп. Пошли. Кто вы такой? Я убийца. Кого же ты убил? Это ты убил Ану? Нет. Нет. Я стану убийцей, когда убью ее, убийц. А где же убийцы Ану? Они здесь. Здесь? Я все расскажу. Вы, и может быть кто угодно, ты убийца. Это ты убил ее. Это ты, Дхарампал. Ты убийца. Это ты погубил мою надежду. Ты совершил убийство. Раджеш, ты сошел с ума. Да, я сошел с ума. Но убийца от меня не уйдет. Убийца от меня не... Придет тот день. Обязательно придет. Когда с убийц будет сорвана маска. И тогда я отделю их головы от тела. Вы тоже ждите того дня, и я буду ждать. Да. Все расплатятся по кровавому счету. По кровавому счету. Расплатятся все. 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 Сынок. Кого вы все тут ищете? Тебя. Уже поздно, что ты делаешь один в лесу? Вы слышали, как кто-то пел в лесу? Да, слышали. Теперь вы верите? Кто же верит видениям, принц? Вы считаете это видениями, а не я. Душа моей Ану ищет со мной встреч и будет искать ее. Хорошо. Идемте отсюда. Идемте. Пожалуйста. Пожалуйста.
Алло. Алло. Прит, это я, Кулдип Каушал. Да, братец. Тебе небезопасно оставаться во дворце. Почему? Потому что я узнал, убийца рядом. Что ты хочешь сказать? Что убийца во дворце? Знаешь что? Нам надо встретиться, и ты все расскажешь. Я хочу обрадовать тебя. Лошадь соперника проиграла на фотофинише. Что это значит? А то, что стало известно, кто убил Ану. Правда? Да. Убийство Ану было исполнено по приказу. Почему приказу? По приказу родственников той девушки, на которой хотел жениться отец Сураджа. И кто же эти родственники? Их имя... Братец, что с тобой? Их имя. Вы стреляли? О чем вы? Кто-то убил моего брата. Прит. Сурадж, кто-то застрелил моего брата. Я слышал выстрел. А что вы делаете в лесу? Я искала своего племянника Джиту. С револьвером? Да. Когда смерть подстерегает с четырех сторон, каждому приходится думать о защите. Хорошо сказано, мадам, хорошо сказано. В зале суда любой преступник заявляет, что носил оружие для самообороны. Господин доктор, а что вы тут делаете? Я собирал целебные корешки и растения. И вдруг услышал звук выстрела. Где твой брат? Вон там. Пошли. Здесь. Где же тело моего брата? Это вопрос. А я не вижу ни капли крови. Поверьте мне, я оставила его на этом самом месте. Тело искать бесполезно. Вы? Да. Я пришел поохотиться на диких зверей. Но здесь, кажется, идет охота на людей. Да, кто-то застрелил брата Прит. По звуку мне показалось, что стреляли из револьвера. Когда в тиши леса раздается звук выстрела, трудно определить, из чего стреляли. Из винтовки или из револьвера? Стреляли наверняка из револьвера. Моя монета. Где моя монета? Господин Сатпал. Вы искали эту монету. Моя монета. Где вы ее нашли? Там, где вы ее потеряли. Вот здорово. Я потерял, а вы нашли. Это значит, что потерянные вещи могут найтись. Только ваши вещи. А у меня наоборот. Я не могу найти Ану. Не могу найти Джиту. Не могу найти портфель. С 5 миллионами рупий. Имейте терпение, принц. Все обязательно найдется. Да, или найдется. Или что-то еще пропадет. Как что-то еще? Что еще может случиться? Что? Если пропала ваша монета, то и я могу пропасть. Может пропасть моя бабушка. Возможно, вы тоже можете пропасть. Я? Нет, я нет. Вы шутите. Я не шучу, дорогой казначей.
Мне кажется, что какие-то подлецы ведут очень опасную игру с нашей семьей. У вас есть предположение, кто это может быть? Звонят. Что? Дорогой казначей, звонит телефон. Телефон? А, да, телефон. Алло? Кто это? Мне нужен Сатпал. Говорите же, выгодное дело, приезжай. Как приезжай? Куда приезжай? Туда, где велись поиски. Мы добились успеха, сумка нашлась. Мы ждем тебя, чтобы открыть. Я еду. Еду. Господин Сатпал. Я ничего не сделал, Вы забыли вот это. А, да. Сейчас револьвер не бесполезная штука. Кто знает, когда он может пригодиться. Девушка одна, и так поздно. Вас подвезти? Вам куда? Прямо. А что вы делаете здесь так поздно, в такой глуши? Вернись направо. Что? Да. Раз уж мы встретились, назовите хотя бы свое имя. А теперь налево. Я очень хорошо знаю эти края. Где вы живете? Здесь. Остановитесь. Здесь? Это же крематорий. Я здесь живу. Нет. Куда же вы убегаете? Потому что я кремировал вас здесь. Вы умерли. Я...
Я вас убил. Умирает только тело, а душа не умирает никогда. Я убил тебя. Убил. Нет. 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 Встань, Садпау. Встань. Где портфель с 5 миллионами рупий? Я ничего не знаю. Ты ничего не знаешь? Я, честное слово, ничего не знаю. Не бейте меня. О портфеле знает только мальчик. Где мальчик? Я не знаю. Не знаешь? Не знаю, честное слово. Говори мне правду. Я говорю правду. Я не знаю, где мальчик. Я не знаю, где портфель. Я ничего не знаю. Тебе придется сказать, где мальчик. Где ребенок? Честное слово, я не знаю, где находится мальчик. Ваше Высочество, о Садпале до сих пор ничего не известно. Куда же он поехал? Ночью была сильная гроза, возможно, он где-нибудь остановился. Неужели Садпала постигла та же участь, что и Кулдипа Каушала? Кто мог его убить? Ваше Высочество. Это шарф. Садпала? Да. Где вы его нашли? Я бродила по горам в поисках Джиту. И неожиданно на какой-то скале увидела этот шарф. Это значит, что Садпала кто-то убил. Но как все это могло произойти? Кто мог его убить? Здесь смерть подстерегает с 4 сторон. И никто не знает, когда придет его очередь. Хорошо, мне пора идти. Сегодня в клубе интересные встречи. Пьяри будьё и будьё. Не, маф кизьега, мусе галти хо гай. Мера мطلب хэ, битве калке нау джавану. Аж хам апне клуб ке платинам джубли функшн пар, апке саамне ек айса тофа пеш карне жа рахе хэн, жисе дэх кар будьё джаван. और जवान पहलवान बन जाते हैं तो लीजिए वो अनमोल तोहफा Yeah.
искали я для тебя. Вспомнил годы ты золотые, как бросала в жар без огня, когда видел кудри густые.
Мой пиджак. Камла, прости меня. Я был в клубе. Там и задержался. Ты знаешь, что там со мной случилось? Я видел там девушку, которую мы убили вместе с Каиру. Труп которой я сам положил на погребальный костер. Я видел ее несколько раз. И не в одном месте. А в разных местах. Потом она взяла мой пиджак и исчезла. Откуда же взялся мой пиджак, ты не знаешь? Знаю. Откуда? Берите моего погребального костра. Камла. Нет. 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 Теперь вы все один за другим. Нет. Нет, нет, нет. Вы безжалостно убили ту девушку, доктор. Теперь я также безжалостно заставлю вас уснуть смертным сном. Пощадите меня. Пощадите, я прошу вас. А ты пощадил ту девушку? Нет, нет, пощадите меня, простите меня. Я прощу тебя, но при одном условии. Говори, где мальчик. Скажу, скажу. Говори. Где мальчик? Где?
Он находится на Черной горе. Там есть ферма. Мальчик спрятан там. Не убивайте меня. Пожалуйста. Я ничего не знаю о том портфеле с деньгами. Не убивайте меня. Ну, пожалуйста. Не убивайте меня. Я не буду тебя убивать. Я отведу тебя к твоей тете. Это твоя тетя прислала меня за тобой. Идем со мной. Нет, убьете меня. Не шуми. Ты куда это тащишь мальчишку? Отпусти его. Уйди с дороги, не мешай мне. Говорят тебе, отпусти его. Негодяй. Сегодня я с вами разберусь. Открой глаза, Джиту. Отдай мальчишку. Мерзавцы. Каждая слезинка этого ребенка отольется вам каплей вашей крови. Я сделал ему укол, можете не беспокоиться. Сестра. Сестра. Дедуля, посмотри на меня, малыш. Рядом с тобой твоя тетя. Тетя, они убили сестру. Джиту, кто эти люди? Кто убил твою сестру? Дядя, я их знаю. Эти люди... Извините, пожалуйста, пока полиция не составит протокол, вы не должны разговаривать с ребенком. Но, инспектор, прошу прощения, но вам всем придется выйти. Я его тетя. Мне необходимо быть рядом с ним, инспектор. Ребенок настрадался. Пожалейте его. Хорошо. Вы можете здесь остаться, а вас прошу удалиться. Вас тоже.
Сурадж? Сурадж. Как там мальчик? Ребенок пришел в сознание. Полиция составляет протокол. О, тогда полиция выполнит свой долг. Сурадж? Сурадж. Брит? Вы и полиция? Они хотят записать показания мальчика. Значит? Значит? О, боже! Сынок, скажешь нам, где портфель? Да, дядя полицейский. Я обязательно скажу вам, потому что вы меня не убьете. Так скажи, где он? Там есть ручей. Небольшие-большие камни. Он туда упал. Ручей? Камни. По-моему, он говорит о водопаде Сангам. Но сейчас там должен лежать снег. Поехали туда. Здесь. Кто натянул эту сеть? Выходи. А это тот самый сумасшедший, который уже несколько дней бродит по округе. Сам ты сумасшедший. Безумие — это игра, которую я придумал, чтобы найти убийц. Чтобы разоблачить тех, кто участвовал в этом заговоре. Кто ты такой? Твоя смерть. Ты один. Нас шестеро. Не ты наша смерть. А мы твоя смерть. Вас шестеро, ну и что? Было бы вас гораздо больше. Я все равно не оставил бы вас в живых. Ваши дружки убили мою возлюбленную. А вам? Вам придется расплатиться по кровавому счету. Я приказываю, отпустите ребенка. Иначе я прямо здесь разложу ваши погребальные костры. Мы еще увидим, для кого приготовят костер. У меня хватит силы, чтобы справиться с такими подлецами, как вы.
Дядя, вы кто? Я тебе никто, сынок. Та, которая была близка мне, умерла. Умерла. А почему вас била полиция? Это не полиция. Это преступники, переодетые в полицейскую форму. Идем. Я отвезу тебя домой. Дядя! Сынок. Сынок. Дядя! Сынок, прости меня. Я не сумел довести тебя до дома. Иди. Я прошу тебя. Иди отсюда. Беги. Нет, нет, дядя. Уходи. Уходи. Мерзавцы, я пока еще жив. Выходите же. Ты? Да, я. Значит, ты тоже участвуешь в этой игре со смертью. Твоя смерть не входила в мои планы. Ты сам накликал на себя смерть, дурак. Подлец! Я ваша горячая поклонница. Пожалуйста, оставьте на линии моей судьбы ваш автограф. Я люблю тебя. Даже если бы я хотела, я не смогла бы забыть тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. И я люблю тебя. Я люблю. Вот он, портфель. Этот паршивец все знал. На столько дней ничего не хотел нам говорить. Нельзя отпускать его живым. Сперва посмотри, есть в портфеле деньги или нет. Портфель не открывается. Эй, парни, вы ищете 5 миллионов рупий. И я их тоже ищу. Ясно? Бросьте ножи. Отлично. Положи портфель на землю. Положил? Так, Прид, подними портфель. Возьми мальчишку. Дхарам пал. Брось револьвер. Оглянись назад, и ты увидишь свою смерть. Я подозревала, что змея прячется на груди. Но я не думала, что этой змеей окажешься ты. Но я знал, что вы все будете на стороне Сураджа. Вы станете его друзьями и будете помогать ему. Но сегодня вам не уйти от рук Нандлала. И знаете почему? Потому что в этих заснеженных горах и ущельях я заложил мины, которые при малейшем толчке превращаются в вулканы. Показать? Дэк,
Отличное зрелище. А теперь я первым делом убью этого щенка, потому что он здорово помучил меня с этими чертовыми деньгами. Не надо! Не надо! Скотина, отпусти ребенка. Отдай чемодан. Возьми мою жизнь. Отпусти этого невинного ребенка. Как же я отпущу его? Гороскоп предсказал его смерть, которую осеняет тень Намблала. Сестра! Сестра! Что ты за дьявол? Кто ты? Хватит с меня. Сбрасывай мальчишку. Нет! Сестра! Сестра! Но если ты жива, то кого же убили? Я узнала, что брат похищен. Но когда я выехала из Пахалгауна, снегом замело все дороги. Похитители продолжали звонить к нам в дом. С ними говорила Анита. Они требовали денег. Что говорят эти люди, детка? Не знаю, тетя. Но я спасу Джиту даже ценой своей жизни. Чтобы спасти жизнь брата, Анита пришла к вам. Вы ее приняли за меня. Она взяла у вас деньги
и отправилась на встречу с преступниками. Все, что произошло дальше, вам известно. Я встретила Суруджа и во всем призналась. Мы втроем, я, Сурудж и Раджеш, решили, что, изображая привидение, мне легче будет отыскать убийц. Мы устроили такую западню преступникам, что они были вынуждены один за другим признать свою вину. Раджеш помог мне скрыться из туалета, а Сурудж зарядил револьвер с отпала холостыми патронами. Как вы узнали, кто эти люди? И за что они убили твою сестру? Сейчас все должно проясниться. Идемте со мной. Идемте, пошли. Теперь пришла ваша очередь. Только вы получите не санки, а пулю. Остановись, Нандлал. Это не враг, это наш друг. Как ты можешь отличить друга от врага, Сурудж? Что это, шутка? У меня в руках ружье, и оно заряжено не холостыми пулями. Неужели тебе это кажется шуткой? Отлично. Значит, это твое подлинное лицо. Нандлал. Сегодня я расскажу тебе расположение твоих планет. Сегодня гороскоп предсказывает тебе смерть. Не шагу дальше, принц. Мое ремесло — играть со смертью. Эту девушку убил я сам, но есть убийца поважнее меня. Мои руки только нажимали на курок. Команду давал другой. Кто же он? Сейчас скажу. Однажды я... Что за дело? Такое же, за которое ты сидел. Нужно убрать одну девчонку. Сколько я получу? 5 миллионов. 2 миллиона тебе. И каждому из нас достанется по миллиону. Но за это мы все будем тебе помогать. Мы сообщим тебе, где и когда ты встретишь эту девушку. Кто будет платить? Девушка сама принесет тебе деньги. Все понятно. Кровь будет пролита. Я же убил брата, Прит. А его труп спрятал в Сатпал. Да, я приказал убить эту девушку. И мои же люди совершили убийство твоей матери. Потому что девушка, на которой хотел жениться твой отец, была моей единственной сестрой. Да, княгиня. Ваш муж пролил кровь моей сестры, которая была для меня дороже жизни. Над ее погребальным костром я дал клятву, что я не позволю ни одной невесте поселиться в вашем доме. И сегодня я рассчитаюсь по своему последнему счету. Я знал, что однажды игра пойдет по-моему. Твой первый друг Сатпал жив. Смотри. Я пустил слух о его смерти через мисс Киран, чтобы добраться до его сообщников. Мисс Киран, поднимите портфель. Предупреждаю, всем оставаться на местах. Сейчас вы все в моей власти. И доктор тоже попался мне. Смотрите. А кто вы такой? Ранвир Пуск, сотрудник Центрального бюро расследований. Мистер Сурудж. Большое спасибо. С помощью ваших друзей мы поймали всех преступников. Сестра! Если хоть кто-нибудь двинется с места, череп мальчишки разлетится по этим белоснежным горам. Нету!
Давай. Иди скорее. Положи деньги в машину. Проклятая старуха, я все равно разделаюсь с тобой. Ты убийца моей сестры. Я не оставлю тебя живым, негодяй. Сколько невинных душ тобою загублено. Вы доказали всем нам своей любовью, что подлинное счастье даруется только самоотверженностью. Желаю вам счастья. Да благословит вас Господь.